куш наш смерть. Матушка голубушка, солнышко мое, пожалей, родимая, дитятка свое. Какая песня в голову пришла. Ой, провалился бы, кажется, от скуки. Загадать разве на картах? Это можно. Это можно. Чего другого? А это у нас есть. Ой, как хочется поговорить с кем-нибудь. Как бы кто-нибудь пришел. Вот бы я была рада. Сейчас бы развеселилась. Нечего сказать. Люблю поговорить. Бывало у матушки. Утро-то настанет, трещим, трещим. И не увидишь, как пройдет. А теперь и поговорить-то не с кем. К сестрице разве сбегать? Так уж поздно. Я же и забыла погадать. В чем бы это загадать-то? А загадаю я. Будет ли у меня новая шляпка? Будет. Будет, 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 будет. На минуту. Юленька, как ты хорошо одета. Да, я теперь себе покупаю все, что только есть лучшего и нового из-за границы. Счастлива ты, Юленька? Да, я могу про себя сказать, что я счастлива. А ты? Ой. Как ты живешь? Ужасно. Нынче совсем не такой тон. Нынче у всех принято жить в роскоши. Ну а что же мне делать? Разве я виновата? А мы вчера в парке были. Как весело было, чудо! Какой-то купец угощал нас ужином. Шампанским, фруктами разными. А я все дома одна сижу, от скуки погибаю. Да, Полина, я теперь уже совсем не та стала. Ты не можешь себе представить, как деньги облагораживают человека. В хозяйстве я теперь ничем не занимаюсь. Считаю низким. Я теперь все пренебрегаю, кроме туалета. А ты? Ты! Это ужасно! А что ж твой муж делает, скажи, пожалуйста? Он меня даже и к вам не пускает. Все велит дома сидеть доработать. Как это глупо! Представляет из себя умного человека, а тона нынешнего не знает. Он должен знать, что человек создан для общества. Как ты говоришь? Человек создан для общества. А кто же этого не знает? Нынче это решительно всем известно. Хорошо, я этому скажу. Ты бы с ним ссориться попробовала. Да я пробовала, толку-то? Да он любит тебя. Любит. А ты его? Я люблю. Ну так вот, сама и виновата, душа моя. Лаской из мужчин ничего не сделаешь. Ты к нему ластишься. Вот он и сидит, сложа руки. Ни об себе, ни об тебе не думает. Он много работает. Да что проку в его работе-то? Вот мой муж. И немного работает. А ты посмотри, как мы живем. Надо бы на правду сказать.
Анисим Панфилович для дома отличный человек. Настоящий хозяин. Чего-чего только у нас нет, как бы ты посмотрела. И в какое короткое время. Откуда он только берет? А твой? Ну что это? Что это? Ведь срам смотреть, как вы живете. Ну а что же мне делать? Скажи ему, что ты его не любишь. Вот и все тут. Или вот что лучше. Ты скажи ему, что тебе надоела такая жизнь. Ну что ты не хочешь с ним жить и переедешь к маменьке. А я маменьку предупрежу об этом. Хорошо. Я это обделаю в лучшем виде. А я тебе, Полина, шляпку привезла. Какая прелесть. Спасибо, сестрица. Душенька. Только ты не слушай, пожалуй, своего мужа. Ну ты глупенькая. Пойми, за что их даром любить-то, мужьёв-то? Это довольно-таки странно. Обеспечь, дескать, меня во всем, чтобы я блистала в обществе. Тогда я и стану тебя любить. Ведь попроси он только у дяди, и ему дадут такое же доходное место, как у моего мужа. Уж я теперь к нему пристану. Ну, ты такая хорошенькая. Ну, одень тебя со вкусом, да посади в театр. Да при огне-то. Все мужчины лорнеты на тебя так и уставят. Не говори, я заплачу. Вот тебе денег. Иногда что понадобится, так можешь и без мужа обойтись. У нас теперь есть средства. Так что мы решили и другим благодетельствовать. Спасибо, сестрица, только я думаю, он рассердится. Велика важность. От родных ведь, не от чужих. Ну что ж теперь, по его милости, голодный сидеть. Прощай, сестрица. Прощай. Какая ты, Юленька, умная. А я-то дура-дура. Новая шляпка. Новая шляпка. Матушка голубушка, солнышко мое. У тебя все песенки на уме. Здравствуйте, маменька. От скуки. Я совсем и ходить к тебе не хотела. А чего же, маменька? Да мерзко мне, сударыня, мерзко бывать у вас. Да так уж мимо шла, так и зашла к тебе. Нищенство, бедность, фу, я этого видеть не могу. У меня чистота, у меня порядок. А здесь что такое? Гадость. Ну чем же я-то виноват? Бывают же такие мерзавцы на свете. А, впрочем, я его не виню. Я на него никогда надежды не имела. Ты-то что ж молчишь, сударыня? Не я ли тебе твердила, не давай мужу по тачке. Точи его поминутно и день, и ночь. Давай денег, да давай. Где хочешь, возьми, да подай. Мне, мол, на то нужно, на другое нужно. Маменька, мол, у меня тонкая дама, надо ее прилично принять. Скажет, нет у меня. А мне, мол, какое дело? Хоть укради, да подай. Зачем брал? Умел жениться, умей жену содержать прилично. Да эдак бы с утра бы да до ночи долбила бы ему в голову-то. А вось бы в чувство пришел. Что же делать-то, маменька? У меня в характере никакой строгости нет. Нет, ты скажи, что у тебя в характере глупости много, баловства. А ты знаешь ли, что ваше баловство портит мужчин? У тебя все нежности на уме. Все повешалось к нему на шею, обрадовалась, что замуж вышел, дождалась.
А нет, чтобы об жизни подумать. Ну, бесстыдница. И в кого ты уродилась такая? У нас в роду все решительно холодно к мужьям. Все больше думают об нарядах. Как одеться приличнее, блеснуть перед другими. Нет, а чего не приласкать мужа? Да надобно, чтобы он чувствовал, за что его ласкают. Вот Юленька. Когда муж привезет ей что-нибудь из города, она прям так и кинется к нему на шею, так и замрет. Носил стащ. Оттого он чуть не каждый день и возит к ней подарки. А не привезет, так она и губы надует, и не говорит с ним 2 дня. Висни, пожалуй, к ним на шею, они этому и рады. Стыдись. Я чувствую, что я глупа. Он приласкает меня, я и рада. А вот погоди. Мы на него насядем обе. Авось подастся. Главное не баловать и не слушать его глупостей. Он свое, а ты свое. Спорь до обморока, а не уступай. Уступи им, так они готовы на нас хоть воду возить. Да гордость эту, гордость ему шибить надо. Ты знаешь ли, что у него на уме? Где мне знать? Это вот, видишь ли, есть такая дурацкая философия. Я в одном доме слышала. Нынче она в моду пошла. Они забрали себе в голову, что они умнее всех на свете, а то все дураки да взяточники. Какая глупость-то непростительная. Мы, говорит, не хотим брать взятки. Мы хотим одним жалованием жить. Да как же жить-то после этого? За кого же дочерей-то отдавать? Это, пожалуй, чего доброго... И род человеческий прекратится. Взятки. Что за слово взятки? Сами же его выдумали, чтобы обижать хороших людей. Не взятки, а благодарность. От благодарности отказываться грех. Обидеть человека надо. Ну, хотят жениться. Женились бы уж на каких-нибудь этих заблужденных, которым все равно, что барыней быть, что кухаркой, которая из любви к ним готова и юбки себе стирать, и по грязи на рынок трепаться. Ведь есть такие без понятия женщины. Вот он из меня, наверное, хочет сделать то же самое. Что нужно для женщины образованной, которая видит и понимает всю жизнь, как свои 5 пальцев? Ведь они этого не понимают. Для женщины нужно, чтобы она одета была всегда хорошо, чтобы прислуга была. А главное, нужно спокойствие, чтобы она могла быть от всего отдалена. По своему благородству ни в какие хозяйственные дрязги не входила. Юленька у меня так и делает. Она решительно от всего далека, кроме как занята собой. Она спит. Долго. Муж поутру должен распорядиться насчет стола и решить на всем. Потом девка напоит его чаем, и он уезжает в присутствие. Наконец, она встает. Чай, кофе, все это для нее готово. Она кушает. Потом разоделась отличнейшим манером и села с книжкой у окна дожидаться мужа. А вечером надевает лучшее платье и едет в театр или в гости. Вот жизнь, вот порядок. Вот как дама должна вести себя, что может быть благороднее, что деликатнее, что нежнее. Хвалю. Ах, вот блаженство-то. Хоть бы недельку так пожить. Ты с твоим мужем дождешься. Как же? Маменька, уж вы его хорошенько, а? Ведь право завидно. Юленька как не придет, так все в новом платье. А я в одном да в одном. Вот он идет. Здравствуйте, Фелисавета Герасимовна. Как устал. Заработался. Совсем отдых себе не знаю.
Утром в присутствии, днем на урок. Ночью с делами сижу. Беру выписки составлять. Порядочно платят. А ты, Полин, вечно без работы, вечно сложа руки сидишь. Никогда тебя за дело не застанешь. Они у меня не так воспитаны. К работе не приучены. Очень дурно, Фелисат Герасин. После трудно привыкать, когда с малолетства не приучены. А надобно будет. Не с чем ей привыкать. Я их не в горничные готовила, а замуж. За благородных людей. У нас благородство врожденное. Какое это благородство? Это фанфаронство пустое. А нам право не до того. Вас послушать-то куши вянут. А вот что нужно сказать. Чтобы я знала, что она несчастная, будет вот такую нищенскую жизнь вести, ни за что б не отдала за вас. Вы ей, пожалуйста, не втолковывайте, что она несчастная женщина. Я прошу вас. А то она и впрямь подумает, что несчастная. А то счастлива. Разумеется, в самом горьком положении женщина. Другая б на ее месте, я уж и не знаю, что делала. Полина, Полина, перестань дурачиться. У тебя все дурачится. Верно, ты не любишь, когда тебе правду-то говорят. Какую правду? Разумеется, правду маменька лгать не станет. Ну, мы с тобой уже об этом поговорим. Не об чем-то. Разумеется. Вот несчастье. Вообрази, Полина, я была у Белогубова. Он купил жене бархатное платье. Бархатное? Какого цвета? Вишневое. Ах, боже мой, как должно быть к ней идет. Чудо! Только представь, какой проказник Белогубов насмешил. Прямо насмешил. Вот, говорит, маменька, я вам жалуюсь на жену. Я купил ей бархатное платье. А она меня так целовала. Укусила даже очень больно. Вот жизнь. Вот любовь. Не то, что у других. Это невыносимо. Позвольте вас спросить, милостивый государь, за что она страдает? Дайте мне отчет. Она уже вышла из-под вашей опеки и поступила под мою. И потому оставьте мне распоряжаться ее жизнью. Поверьте, так будет лучше. Но я мать, милостивый государь. А я муж. А вот мы и видим, каков вы муж. Никогда любовь мужа не может сравниться с родительской. Каковы родители? Ну, каковы бы ни были, все-таки не вам чета. Мы вот, милостивый государь, какие родители! Мы с мужем по грошам собирали деньги, чтобы воспитать дочерей, чтобы отдать их в пансион. Для чего это, как вы думаете? Для того, чтобы они имели хорошие манеры, не видали кругом себя бедности, не видали низких предметов, чтобы не отяготить дитя, а с детства приучить их к хорошей жизни, благородству в словах и в поступках. Благодарю вас. Я уже почти год стараюсь выбить из нее ваше воспитание. Да никак не могу. Кажется, половину бы жизни отдал, чтобы только она его забыла. Да разве они у меня так жили? У меня чистота, у меня порядок. Средства мои самые ничтожные. Но все-таки они у меня жили как герцогини. В самом невинном состоянии. Где ход в кухню не знали. Не знали, из чего щи варится. А только и занимались, как следует, барышням разговорами о чувствах и предметах самых облагороженных. До такого глубокого разврата, как в вашем семействе, я не видывал. Да разве такие люди, как вы, могут оценить благородное воспитание? Мое вино! Я поторопилась! Выйти она за человека с нежными чувствами и с образованием, он бы не знал, как благодарить меня за воспитание. И она была бы счастлива, потому что порядочные люди не заставляют жен работать. Для этого у них есть прислуга, а жена только для... Для чего? Как
для чего? Ну, известно. Кто же этого не знает? Для того, чтобы одевать ее как нельзя лучше, любоваться на нее, исполнять каждую прихоть ее как закон, боготворить. Не стыдно вам? Жена это не игрушка, а помощница мужу. Вы дурная мать. Да я знаю, что вы очень рады себе из жены кухарку сделать. Бесчувственный вы человек. Полноте вздор болтать. Маменька, оставьте его. Нет, не оставлю. Что это выдумала, чтобы я его оставила? Перестаньте, я вас слушать не стану и жене не позволю. У вас на старости лет все вздор в голове. Каков разговор? Каков разговор? Я люблю Полину и обязан беречь ее. Ваши разговоры вредны для Полины и безнравственны. Да вы не очень горячитесь, милостивый государь. Вы ровно ничего не понимаете. Не понимаю? Нет, я очень хорошо понимаю. Видала я примеры-то, как женщины-то гибнут от бедности. Другая бьется, бьется, ну и собьется с пути. И винить нельзя. Что? Да как же вы можете при дочери говорить такие вещи? Увольте нас от своего посещения. Сейчас же, сейчас же! Да коли дома холодно, да голодно, да муж лентяй, поневоле будешь искать. Вы меня выведите из терпения, оставьте нас в покое, я вас честью прошу. Да уж конечно уйду. И ноги моей больше не будет у вас. Каков муж-то у тебя? Вот горе-то, вот несчастье. Прощайте, маменька. Плачь, плачь, несчастная жертва. Оплакивай свою судьбу. Плачь до могилы. Да ты уж лучше умри, несчастная, чтоб не разрывалось мое сердце. Легче мне будет. Торжествуйте! Вы свое дело сделали, обманули, прикинулись влюбленным, обольстили словами и погубили. Вся ваша цель была в этом. Теперь я вас понимаю. Фелисата Герасимовна, вероятно, больше к нам не придет, чему я очень рад. Я бы желал, Полина, чтобы ты к ней больше не ходила, а также и к Белогубову. Не прикажете ли для вас всю родню бросить? Не для меня, а для себя. У них у всех такие дикие понятия. Я тебя учу добру, а они развращают. Поздно меня учить. Я уж учена. Для меня было бы ужасно убедиться в том, что ты говоришь. Нет, я надеюсь, что ты поймешь меня наконец. Теперь много работы у меня. Вот будет поменьше, мы с тобой займемся. Утром будешь работать. По вечерам будем читать. Тебе многое надо прочесть, ты ведь ничего не читала. Как же стану я с тобой сидеть? Куда как весело. Человек создан для общества. Что? Человек создан для общества. Откуда это у тебя? Ты меня в самом деле за дуру считаешь? Кто же этого не знает? Всякий знает. Что, ты меня с улицы взял, что ли? Ну, для общества надо приготовить себе, образовать. Ничего этого не нужно, все вздор. Нужно только одеваться по моде. Но мы этого не можем, стало быть, и толковать нечего. Займись-ка лучше работой какой-нибудь. Да и я за дело примусь. Работой займись. С чего это ты выдумал? Уж будет тебе надо мной командовать-то, помыкать-то всячески, да насмехаться-то. Что это, Полина? А то же, что я хочу жить, как люди живут, а не как нищие. Надоело уж. И так я с тобой загубила свою молодость. Новости. Этого я еще не слыхал от тебя. А не слыхал, так послушай. Ты думаешь, я молчала-то почти год, так и все молчать буду? Нет, извини. Ну да что толковать? Я хочу жить, как Юленька живет, как все благородные дамы живут. Вот тебе и сказ. Вот что.
Только позволь тебя спросить, на какие средства нам так жить? А мне какое дело? Кто любит, тот найдет средства. Да ты пожалей меня, я и так работаю, как вол. Работаешь ты или не работаешь, мне вовсе никакого дела нет. Ни на мытарство, ни на тиранство я за тебя замуж шла. Вы меня нынче совсем измучили. Замолчи, ради бога. Как же, дожидайся. Стану я молчать. По твоей милости, все смеются надо мной. Что, я стыда натерпелась? Сестрицу сжалилась, нынче приехала, ты, говорит, нас срамишь. Всю нашу фамилию. В чем ты ходишь? Это не стыдно тебе? Еще уверял, что любишь. На свои деньги сестрица купила, да привезла шляпку мне. Шляпку? Да. Вот она. Посмотри, на. Что, хороша? Отнеси сейчас назад. Назад? Да. Сейчас, сейчас снеси. И не смей от них ничего брать. Ну, уж этому не бывать, уж будьте покойны. Я выкину ее за окно. А, так ты вот как стал. Хорошо, мой друг. Я снесу. И снеси. Снесу! Снесу! Прощайте. Прощай. Простимся хорошенько, уж вы меня больше не увидите. Это что за вздор еще? Я к маменьке пойду, там и останусь. Туша, не ходи к нам. Что за глупости ты говоришь, Полина? Нет, я уж давно обдумала. Что моя за жизнь? Одно мучение и никакой радости. Не грех тебе говорить так. Неужели ты со мной не видала никакой радости? Какие радости? Как бы ты богат был, другое дело. А то бедность-то терпеть, что за радость? Мне маменька сказывала, знаем мы, до чего бедность-то доводит. Все вздор, какой тебе в голову лезет. Что моя за жизнь? Я уж и на картах гадала про судьбу свою, и ворожей спрашивала. Выходит, самая несчастная. На картах гадает, к ворожеям ходит. А по-твоему, чья карта вздор? Ну уж нет. Извини, ни в жизнь не поверю. Карты никогда не лгут. Это вот ты ничему не веришь, у тебя все вздор. Того нам и счастья нет. Полина. Сделайте милость, оставьте. Нет. Ты меня не любишь. А за что тебя любить-то? Очень нужно даром-то любить. Как даром? Как даром? За любовь я тебе плачу любовью. Да ведь ты жена моя. Разве ты забыла это? Ты обязан со мной делить и горе, и радость, если бы я даже был последний нищий. Это гадко, наконец. Это безнравственно. Я не понимаю, что вам за охота жить с безнравственной женщиной? Прощайте. Бог с тобой, прощай. Коли ты можешь равнодушно бросить мужа, так прощай. Вот шляпка, так шляпка. Не то, что моя. Матушка голубушка. В этой ты по улице пройдешь, хоть кто-нибудь взглянет, скажет, ах, какая хорошенькая. Прощайте. Как же это я мог отпустить ее от себя? Что она будет делать у матери? Там она погибнет совсем. Марья! Марья! Чего угодно! Догони, поди барыню, скажи, что мне нужно с ней поговорить. Да поскорее, поскорее. Да беги же скорее! Сейчас! А ну, как она не захочет вернуться? Да и приказ он сделает. Она имеет полное право.
Чем? Она виновата, что я не могу содержать ее прилично. Ей жить хочется, хочется удовольствий. А я держу ее в одной комнате, целый день дома не бываю. Хороша любовь. Что вам угодно? Пришло. Пришло. Опять пришло. Не стыдно тебе, Полина? Ты меня так расстроила, так расстроила. Я с мыслями не соберусь. Я совсем растерялся. Полина, друг мой. Ты с нежностями-то не подъезжай ко мне. Ты ведь пошутила, Полина, а? Ты меня не оставишь? Да как интересно жить-то с тобой, горе-то мыкать. Ты меня убиваешь. Ну, коли не любишь, так как их пожалей меня. Ты знаешь, как я тебя люблю. Да, ну и видно, так и любят. Ну как же еще любят? Как? Скажи, я все исполню, что ты прикажешь. Пойди сейчас к дяде, помирись с ним. И попроси такое же место, как у Белогубова. И денег возьми, кстати, после отдадим, как разбогатеем. Ни за что на свете. Ни за что на свете. И не говори мне этого. Зачем же ты меня воротил? Смеяться, что ли, надо мной хочешь? Так уж... Так уж будет. Хватит. Я теперь умнее стала. Прощай. Постой, постой. Погоди немножко. Дай мне с тобой поговорить. Не об чем говорить, уж все переговорили. Нет, нет, Полина, не все еще. Много, много мне нужно сказать тебе. Ты многого не знаешь. Как бы можно было передать тебе свою душу? Передать то, о чем думал и мечтал я. Как бы я был счастлив. Давай поговори. Поговори. Ты только ради Бога слушай меня. Одной милости прошу тебя. Говори. Слушай. Слушай. Всегда, Полина, во все времена были люди, они и теперь есть, которые идут наперекор устаревшим общественным привычкам и условиям. Не по капризу, не по своей воле, нет. А потому что правила, которые они знают лучше, честнее тех правил, которыми руководствуется общество. Борьба трудна и часто пагубна, но тем больше славы для избранных. На них благословение потомства, без них ложь, зло, насилие. Выросли бы до того, что закрыли бы от людей свет солнечный. Нет, ты сумасшедший. Ты сумасшедший. И ты хочешь, чтобы я тебя слушала? У меня и так ума-то немного, так... С тобой последний потеряешь. Да ты послушай меня, Полина. Нет уж, я буду лучше слушать умных людей. Кого же ты будешь слушать? Кто эти умные люди? Кто? Сестрица Белогубов. И ты сравняла меня с Белогубовым? Скажите, пожалуйста, а ты что такой за важный человек? Известно, Белогубов лучше тебя. Начальство в уважении, жену любит. Отличный хозяин, своей лошади, а ты что? Только хвастать. Я умный, я благородный. Все дураки, все взяточники. Что за тон у тебя? Что за манеры? Какая мерзость. Ты опять ругаться? Прощай. Постой. Пусти. Погоди. Погоди, Полин. Ну что ты меня руками-то держишь? Чудак какой. Ведь захочу уйти, не удержишь. Ну что же мне с тобой делать? Ну что же мне с тобой делать? С моей милой Полиной. Пойди к дяде, да помирись с ним. Постой, постой. Дай подумать. Подумай. Я тебя люблю. Я для тебя готов на все на свете. Но то, что ты предлагаешь, это ужасно. Нет, нет, нет. Надо подумать. Подумать надо. Да-да, надо подумать. А если я не пойду к дяде, ты от меня уйдешь? Уйду. Совсем уйдешь? Ну совсем, не 10 же раз тебе говорить, надоело уж. Прощай. Постой. Постой. Долго ли мне ждать-то? А ведь знаешь что, Полин? Ведь хорошо, когда хорошенькая жена да хорошо одета. Очень хорошо. Ну да, да, да.
И хорошо с ней выехать в хорошем экипаже. Ах, как хорошо. Прощайте. Юношеские мечты мои. Прощайте, великие уроки. Прощай, моя честная будущность. Ведь буду и я старик. Будут у меня и седые волосы. Будут и дети. Что ты, что ты? Ничего. Детей будем воспитывать в строгих правилах. Пусть идут за веком. Нечего им на отцов смотреть. Перестань. Дай мне поплакать. Ведь уже я плачу последний раз в жизни. Что же это с тобой сделалось-то? Ничего, ничего, легко, все легко на свете. Надо мне только, чтобы не напоминало ничто, это я сделаю. Это я сделаю, буду сторониться, прятаться от своих прежних товарищей. Не буду ходить туда, где говорят про честность, про святость долга. Целую неделю работать, а в пятницу на субботу собирать разных белогубовых и пьянствовать на наворованные деньги, как разбойники. Да-да, там и привыкнешь. Ты что-то нехорошее говоришь. Петь песни. Знаешь эту песню? Бери. Большой тут нет науки. Бери, что можно только взять. На что ж привешены нам руки, как не на то, чтоб брать, брать, брать. Хороша эта песенка. Что же это с тобой случилось-то, я уже не пойму. Пойдем к дядюшке просить доходного места. Милостивая государыня Анна Павловна, извините, если мое письмо вам не понравится. Я слышал, что вы смеетесь надо мной и показываете посторонним мои письма, писанные с увлечением и в порыве страсти. Вы не можете не знать моего положения в обществе и сколько компрометирует меня такое ваше поведение. Я не мальчик. И хотя мне, как мужчине, позволительны некоторые вольности, но смешным я быть не хочу. А вы меня сделали посмешищем в целом городе. Вы знаете мои отношения к любимому. Я уже говорил вам, что между бумагами, которые остались после него, я нашел несколько ваших писем. Я предлагал вам их получить от меня. Стоило только вам побороть вашу гордость. Вам угодно было обращаться со мной презрительно. В таком случае вы должны меня извинить. Я решился передать эти письма вашему мужу. Вот это благородно. Ну да все равно. По крайней мере, я объясню с мужем. Мне даже хочется этого объяснения. Он увидит, что если я виновата перед ним, то он еще более виноват передо мной. Еще не приезжались? Нет, еще. Садитесь. Вы чем-то встревожены? Нет слов. Уста не имеют. Да что такое? Человек все равно корабль по морю. Вдруг кораблекрушение и не спасающего. Что? Умер, что ли, кто-нибудь? Да нет. Переворот в жизни. В богатстве, в знатности затмение бывает чувств наших. Забываем нищую братью, гордость, плотоугодие.
То есть я тут, собственно, не подлежу большой ответственности, но все-таки над такой особой. Над какой особой? Открылись якобы упущения, недочеты сумм и разные злоупотребления. И что же? Так нас под суд. То есть я, собственно, не подлежу большой ответственности. Аристарх Владимирович, должны будут. Что должны будут? Ответствовать всем своим имуществом и подвергнуться суду за противозаконные якобы поступки. Начинается расплата. Конечно, смертен. Начнут придираться, так, пожалуй, и найдут что-нибудь. Я так полагаю, что по нынешним строгостям отставятся. Должен буду бедствовать без куска хлеба. Ну, вам-то кажется еще далеко до этого. Да ведь дети-с. Я все думал дорогой. Прискорбно думал. За что такое попущение на нас? За гордость. Гордость ослепляет, застилает глаза. Да полноте. Какая тут гордость? Просто взятки. Взятки? Взятки что? Маловажная вещь, многие подвержены. Смирения нет. Вот главное. Судьба все равно, что фортуна, как изображается на той картине. Колесо, и на нем люди. Поднимается кверху и опять опускается вниз. Возвышается и смиряется, превозносится собой, и опять ничто. Вот так все кругообразно. Надпись подписана под этой фортуной. Чуден в свете человек, суетится целый век, счастье сыскать желает, а того не воображает, что судьба им управляет. Вот что раскусить надо. Как он изменился? За доктором бы послать надо. С ним давеча в присутствии дурно сделалось. Какой удар человеку благородных чувств. Как его перенести? Сходи за доктором. Попроси поскорее приехать. Слушаюсь. Я слышала от Акима Акимыча. С вами несчастье. Не падайте духом. Вы дурно себя чувствуете, я послала за доктором. Какое лицемерие. Какая гнусная ложь. Какая подлость. Никакой лжи. Я жалею вас, как стала бы жалеть всякого несчастья. Ни больше, ни меньше. Не нужно мне ваших сожалений. Не жалейте меня. Я обесчещен, разорен. За что? Спросите у вашей совести. Не говорите о совести. Вы не имеете права говорить о ней. Юсов, за что я погиб? Превратность. Судьба-с. Какая судьба? Вздор!
сильные враги. Вот причина. Позавидовали моему благополучию. Как не позавидовать? Человек идет к почестям, богатству, как по лестнице. Чтобы перегнать или хоть догнать его, нужен ум. Ума взять негде. Надо подставить ему ногу. Зависть человека может на все подвигнуть. Не падение меня бесит, нет, а торжество, которое я им доставлю своим падением, что разговору, что радость. Воды. Теперь с вами мне нужно поговорить. Что вам угодно? Мне угодно вам сказать, что вы развратная женщина. Аристар Владимирович, здесь посторонние люди. Прикажете уйти? Останься. Я скажу то же самое при всей дворне. За что вы меня оскорбляете? Вам не на кого излить свою бессильную злобу. Не грех ли вам? Вот вам доказательства моих слов. Благодарю вас. Юсов, что делают женщины, которая, несмотря на все благодеяния мужа, забывает свой долг? Я тебе скажу, выгоняют с позором. Человек, как бы он ни был высоко поставлен, когда он в горе, все-таки он ищет утешение в семействе. А я нахожу в своем семействе. Не говорите про семейство. У вас его никогда не было. Вы даже не знаете, что такое семейство. Позвольте же мне, Аристарх Владимирович, высказать вам все, что я перенесла, живя с вами. Для вас нет оправдания. А я не хочу оправдываться. Мне не в чем оправдываться. Я хочу только сказать вам, что если я виновата, то только перед собой одной, а не перед вами. Вы не должны меня упрекать. Если бы вы имели сердце, вы бы чувствовали, что вы меня погубили. Вините кого другого в своем поведении, а не меня. Нет вас. Разве вы жену брали себе? Вспомните, как вы за меня сватались. Вы видели мое отвращение к вам? И все-таки вы купили меня за деньги у моих родственников. Да, вы свою покупку замаскировали браком. Иначе нельзя было. И потом, когда уж вы были моим мужем, вы не смотрели на меня, как на жену. Вы покупали за деньги мои ласки. Если вы замечали во мне отвращение к вам, вы спешили ко мне с каким-нибудь дорогим подарком, и тогда уж... подходили смело, с полным правом. Что же мне было делать? Вы все-таки мой муж. Я покорялась. Перестанешь уважать себя. Но что со мной было потом, когда я узнала, что даже деньги, которые вы мне дарите, не ваши, что они приобретены нечестно? Замолчите! Извольте, я замолчу об этом. Но я буду продолжать о себе. Говорить что угодно мне все равно. Вы не измените моего мнения о вас. Может быть, вы о себе измените мнение после моих слов? Вы помните, как я дичилась общества? Я боялась его. И недаром.
Но вы требовали. Я должна была уступить вам. И вот совсем не приготовленную, без совета, без руководителя, вы ввели меня в свой круг, где искушение и порок на каждом шагу. Некому было ни предупредить, ни поддержать меня. Впрочем, я сама узнала всю мелочность и весь разврат тех людей, которые составляют ваше знакомство. В то время я встретила человека, вы его знали. Да, я встретила любимого. Помните, как горячо он спорил с вами? Как смело говорил про всякую ложь и неправду. Он говорил то, что я уже чувствовала. Я ждала от вас возражений, но возражений от вас не было. Вы только клеветали на него. Как я желала тогда заступиться за него. Но я не имела для этого ни возможности, ни достаточно ума. Мне оставалось только полюбить его. Так вы и сделали. Да. Так я и сделала. Я видела потом, как вы губили его. Как мало-помалу вы достигали своей цели. Он принужден был оставить службу, родных, знакомства, уехать отсюда. Я все это видела, все выстрадала на себе. Я видела торжество злобы. А вы все еще считаете меня той девочкой, которую вы купили и которая должна быть вам благодарна и любить вас за ваши подарки. Вот до чего вы довели меня. Это все, что я хотела вам сказать. Больше вы не услышите от меня упрека. Никогда. Напрасно. Я теперь бедный человек. А бедные люди позволяют своим женам ругаться. Ты зачем? Дедушка, извините. Здравствуйте, дяденька. Здравствуйте, тетенька. Пришел место просить. Как? Неужели? Угу. Ты пришел посмеяться над дядей? Дядюшка, я, быть может, оскорбил вас. Извините меня. Увлечение молодости, незнание жизни. Я не должен был. Я женат. Ну? Я понял. Что значит жить без поддержки, без протекции? Ну, что ж тебе? Я живу очень бедно. Для меня бы стало. Но для жены, которую я очень люблю, позвольте мне опять служить под вашим начальством. Дайте мне место, где бы я мог приобрести что-нибудь. Доходнее. Юсов, вот они, герои-то. Молодой человек, который кричал на всех перекрестках про взяточников, говорил о каком-то новом поколении, идет к нам же, просить доходного места, чтобы брать взятки. Хорошо, новое поколение. Молод был. Разве дело говорил? Одни слова, так они словами и останутся. Какой тон был, какая уверенность в самом себе, какое негодование к пороку. Не ты ли говорил, что растет какое-то новое поколение образованных честных людей, мучеников правды, которые обличат нас, закидают нас грязью, не ты ли?
признаюсь тебе, я верил. Я вас глубоко ненавидел. Я вас боялся. Да, не шутя. И что ж, оказывается, вы честны до тех пор, пока не выдохлись уроки, которые вам долбили в голову. Честны до первой встречи с нуждой. Ну, обрадовал ты меня. Нет, вы не стоите ненависти. Я вас презираю. Презирайте. Презирайте меня. Я сам себя презираю. Юсуф, вот люди, которые взяли себе привилегию на честность. А-а-а. Мы с тобой осрамлены. Нас отдали под суд. Что я слышу? Люди всегда люди. Дядюшка, я не говорил, что наше поколение честнее других. Я говорил только, что в наше время общество мало-помалу бросает прежнее равнодушие к пороку. Слышатся энергичные возгласы против общественного зла. Я говорил, что у нас создается общественное мнение. Что в юношах воспитывается чувство долга, чувство справедливости, оно растет. Растет и принесет плоды. Не увидите вы, так мы увидим. Моей слабости вам нечего радоваться. Я не герой. Нужда, обстоятельства, необразованность родных могут загнать меня, как загоняет почтовую лошадь. Но довольно одного урока. Хоть такого, как теперь. Благодарю вас за него. Я могу поколебаться, но преступления не сделаю. Я могу споткнуться, но не упасть. Мое сердце уже размягчено образованием, оно не загрубеет в пороке. Я не знаю, куда деться от стыда. Да, мне стыдно, стыдно, что я у вас. Так поди вон. Пойду. Полина, теперь ты можешь идти к маменьке. Я тебя держать не стану. Уж теперь я не изменю себе. Если судьба приведет, есть один черный хлеб, буду есть один черный хлеб. Никакие блага не соблазнят меня. Нет. Я хочу сохранить за собой дорогое право смотреть каждому в глаза прямо. Без стыда, без тайных угрызений. Читать и смотреть сатиры и комедии на взяточников. И хохотать от чистого сердца, откровенным смехом. Если вся жизнь моя будет состоять из трудов и лишений, я не изменю себе. Одного буду просить я. Одной награды буду ждать. Чего думаете вы? Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного. Я задушу тебя своими руками. Юсуф, мне дурно. Проводи меня в кабинет. Ты думаешь, я в самом деле хочу тебя оставить? Это я нарочно. Меня научили. Доктора! Доктора! Что? С Аристархом Владимировичем удар.